Опаздываешь. Привет. Зато я все нашла. Я тоже. Вот читаю. Послушай. Как сон прошли два столетия. Петербург грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть. Из горячих и смятых постелей решались судьбы народа. Олег, подожди. Это про Петербург вообще. Мы же договорились. Только воспоминания о 1914-м. Так вот, читай отсюда. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной, озабоченной. И дальше? Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго. В каждом доме, в каждой семье, на рынках и в трамвае, днем и ночью, танго сводит петербуржцев с ума. Цвет танго – оранжевый, духи – танго. Перчатки – танго, ботинки – танго, салат – танго, время – танго. Горячее, страстное, дразнящее. Замри, отомри, приди, уйди. Время безнадежно любящих и бесконечно ненужных друг другу людей. Впрочем, танго не знает времени, у него есть только здесь и сейчас. Петербург 14-го жил в небытии. Вот почему. На рынках и в трамвае, днем и ночью, дыхание – танго, книги от танго, оперетка – принцесса танго. И даже официальный запрет на танго среди учащихся и офицеров гвардейского корпуса. Но все равно танцуют все. Браво! Браво! Февраля. В Академии художеств вальс. В перерывах разыгрывается лотерея. За 25 копеек можно выиграть настоящее произведение искусства. 7 февраля. Танцевальный вечер у графини Анастасии Капнест. Гвоздь программы – фурлана. Старинный венецианский танец, рекомендованный действующим папой Пием X. 16 февраля. Бал во дворце графини Шуваловой. Танцуют мазурку, лезгинку, восточные танцы. Особый восторг вызвала русская пляска. Восхитительно праздничное время. В Малом театре Суворина, современном БДТ, маскарад. На сцене бумажный слон в натуральную величину, а на публику лопатами сыпется конфетти. Да что там? Кажется, все вокруг скрылись за масками. Куда ни глянь, сплошные незнакомки и незнакомцы. По-своему, это был ренессанс, возрождение куртуазности и жеманства. Петербург как-то даже помолодел и, сбросив налет аристократского снобизма, бросился в омут карнавальных страстей. Страусиные перья, черная полумаска, веер, тайна, мушка, флирт. А потом все в цирк. Петербургские газеты 1914 года писали: если вы хотите посмотреть на последние новинки парижских мод, на новую манеру носить лорнет, на золотую мушку, которую приклеивали между бровями, на бриллиант, вставленный между передними зубами красавицы, то вам непременно следует зайти в субботу в цирк Чинизелли на Фонтанке, где собирается весь демимонд. Собирается, чтобы посмотреть, нет, не на медведей, не на клоунов, французскую борьбу. Ту самую, которую еще называют греко-римской или классической. У местных обывателей начала 20 века более популярного зрелища просто не было. Имена любимых борцов знали наперечет и без устали выкрикивали их с мест. Красная смерть, черный палач, металлист, сатана, молния. Пошловато? Не знаю, не знаю. Блок говорил, что среди борцов были истинные художники. Не только в Петербурге. Французская борьба популярна и в Европе. Почему? Наверное, все дело в том, что тот мир и то время отчаянно нуждались в равновесии.
между золотом и нищетой, аристократизмом и быдловатостью, истинной красотой и бесконечным безобразием. Французская борьба вдруг объединила всех со всеми. Впрочем, Петербург балансировал на краю. Нет-нет, его пытались удержать. И в геометрии строгих форм, и в ритме плавающих линий, и в нескончаемом сплетении птиц, цветов, виньеток. Петербургу все было тесно. Сквозь ажур своих каменных нитей дух города неистово рвался прочь, заглядывая то в небо, то в бездну. января 14 в Петербурге буря. С нескольких домов сорвало крыши. На Биржевом мосту опрокинулась пролетка. Вода хлынула на улице. Трупы утопленников выброшены в разных местах города. 19 мая. Небывалое нашествие стрекоз. Ими покрыты улицы и Невская вода. Многие усмотрели в этом дурное предзнаменование. В Петербурге эпидемия самоубийств. Петербуржцы стаканами пьют уксусную эссенцию. Кидаются в воду. Под колеса трамваев. И поездов. В судорогах бьются в лужах крови, кричат: «Да стрелите меня! Да стрелите ради Бога!» Да не ради Бога, а ради любви. В доме номер 33 по Петроградской стороне 26-летний студент Федор Шохин отравился цианистым калием из-за неразделенной любви. Ну, кто-то из-за любви, но если бы только это. Так случилось, что в Петербурге вообще стало страшно жить. Пока рабочие окраины жили безыскусным разбоем, изнывающая от любви богема писала сценарии собственной смерти. Мечта символистов – жизнь как искусство, искусство как жизнь – была доведена до своего логического абсолюта. Петербург познал толк в красивых убийствах. Он, она, третий, кинжал, алая роза, запах горького миндаля. Впрочем, все могло быть и прозаичнее. Колченогая табуретка, кухонный тесак, кровавая вонь и он, она, третий. Менялись интерьеры, но не менялись страсти. Справедливости ради надо заметить, что за границами петербургского 1914 года тоже не было все так благополучно. 10 марта английская сторонница равноправия женщин Мэри Ричардсон порубала Венеру Веласкеса носной тяпкой и сполосовала нежную спинку богини и ее прелестный нижний бюст, давая таким образом понять, что на картине изображено «La viande pour les hommes» — это мясо для потребам мужчин. Конечно, мужчины обиделись и приговорили Мэри к тюремному заключению. Но уже через 2 месяца ее выпустили, и она все с прежним рвением бросилась защищать свои права. В то время как сторонницы Венеры искали все новые и новые способы, чтобы понравиться мужчинам. В страстном томлении идеала они вглядывались в мир за стеклом. Как он благоухал! И томил, и шептал: «Бонжур, мадам! Только сейчас, только для вас! Вчера в Париже, сегодня здесь! Последние новинки! Маэстро, тушь! Девочки, вуаля! Лишнее скроем, нужное подчеркнем!» Ах, не верьте! Не верьте этому петербургскому зазеркалью! Как там у Гоголя? Все мечта, все обман, все не то, чем кажется? Да, не то. Блеск, треск, гротеск. И даже сыр с сосисками не настоящий. Вы смешные, мадам. И это он смеется над вами. Прекрасный уродец, Петербург. Поманит и обманет. И коварным уколом пронзит. февраля 1914 года дамам запретили садиться в вагоны с обнаженными остриями булавок на шляпках. Это был вызов. Дамы ответили на него по-своему. 16 марта Островская
Первая женщина-диссертантка Петербургского университета публично защищает диссертацию. Актовый зал университета переполнен. Мужчины снимали шляпы. И в марте того же года высочайшие одобрили закон о правах замужних женщин без согласия мужей получать паспорта, поступать на службу в учебные заведения. Казалось, хождение по мукам окончено. А что у тебя? А у меня еще круче. Этот роман вышел в самом 14-м году. И уж в нем-то Петербург, как на ладони. Андрей Белый? Посмотрим. Читай. Из одной бесконечности бежал он в другую, и потом спотыкался о набережную. Здесь приканчивалось все. Мелодичный глаз автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект. Здесь был и край земли, и конец бесконечности. А там-то, издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились здания. Казалось, опустятся воды и хлынет на них в этот миг глубина, зеленоватая муть. А над эту зеленоватую мутью в тумане гремел и дрожал. Вон туда убегает черный такой Николаевский мост. В августе 1914 года Россия вступила в мировую войну. Петербург стал Петроградом. 20 век начался.